Вот, наконец-то к нам пришли. Мы теперь можем сделать заказ. Ich möchte bitte Kaffee Macchiato und Waffel mit heißer Kirsch und rote Grütze. Ein Kaffee? Ja, Latte Macchiato. Latte und, Macchiato. Genau. Und dann nehme ich diese Waffel. Wo sind die Waffeln? Hier, heiße Waffel mit heißen Kirschen. Ach so, hier steht oder rote Grütze. Na gut, dann nehmen wir heiße Kirschen. Heiße Kirschen? Ja. Und die Rechnung auch, weil dann muss ich rennen zu der Arbeit. Okay. Eis auch? Ja, auch mit Eis. Mit Eis. Dankeschön. Und Latte Macchiato kommt auch gleich. Девочки, смотрите, как нас здесь балуют. Dankeschön. Und einmal Gold. Нам еще сигареты принесли, мы их показывать не будем. Dankeschön. Dankeschön. Смотрите, я заказала вафлю. Я думала, она маленькая. Посмотрите, что мне принесли. Господи, какая красота. Это горячая вишня, вафелька, ну и кофе. Ну, сейчас будем пробовать. Еще и мороженое. Ух ты, класс. Как пахнет. Ведьмочки, вы слышите, как пахнет? Для тех, кто недавно присоединился в нашу песочницу, напоминаю, мы находимся в Германии, в сказочном Гослере. Это город, город ведьм, мистики. Город ведьм, мистики и легенд. Ну, пожелайте мне приятного аппетита. Вы знаете, что интересно? Вот сижу здесь, да? Делаю видео, вафельки, кофе. Ну, хочется же вам все показать, да, как у нас здесь вообще жизнь проходит. Люди проходят мимо меня и смотрят такими глазами, как будто они увидели что-то вообще нереальное. Ничего, мы будем немножко их приучать к тому, что у нас есть на Ютубе канал, который называется Галина Стар, как Аркан Второ, Стар, звезда. То есть это не я, то есть не в плане звезда, но вот вы поняли, да? Ну, в общем, будем их потихонечку оккультуривать, а то они совсем одичали уже. Просто с этим законом не фотографировать, не снимать. Спрятались все в свои ракушки, как улитки, и сидят. А сейчас вон санкции, корона, самолеты то летают, то не летают. Ну вот пока это все так будет, буду вам показывать Германию. Когда жизнь наладится, приезжайте, проведу для вас экскурсию. Буду очень рада. Обожаю кофе. Мне интересно, а что вы вот так вот пьете? Кто пьет кофе, кто пьет чай? Напишите, пожалуйста, в комментариях, с чего вы начинаете день. Мне же интересно, кто меня смотрит. Мне интересно, кто мои подписчики, кто мои клиенты, кто меня заказывает. Потому что те, которые постоянные клиенты в Германии, я их практически всех знаю. Потому что они, когда что-то заказывают, они потом говорят, приедь домой, посмотри, нравится тебе, не нравится. Поэтому мы вот как-то у нас, в принципе, у всех есть контакт. Напишите в комментариях, мне просто интересно, пьете вы больше чая, либо кофе. Если честно, я пью с утра до вечера кофе. Причем для меня совершенно не играет вообще никакой роли. Это утро, вечер, 12 часов ночи. Я без кофе вообще не могу. А вот когда мы поедем в Украину, то там мы будем пить узвар, компот. Обещать не буду, но если еще повезет, сделаем сюрприз моим родственникам, которые живут в селе. Там нет ни интернета, ничего там нет. Но там такая природа, как в национальном парке. Может, поедем к дядьке в гости. У них там целый зоопарк. Все на свете есть. От коров, гусей. Классно, так давно там не была. Ну, не знаю, получится ли по времени, но может еще и там сделаем экскурсию. Птичка прилетела. Так, давайте смотреть, что они мне здесь принесли. Пробовать. Вилочка, ложечка. Ой, ну прекрасно просто. Просто прекрасно. Так, а как вафлю есть? Не знаю. Какая прелесть. Вы знаете, вот что я люблю в немецкой кухне. Все, что у нас сладкое, торты и прочее, да, у них оно не сладкое. То есть вот даже эта вишня, вы знаете, вот как бы это варенье, но это и не варенье. И у них даже варенье, оно не сладкое. То есть не...
не пробуешь вот просто сахар. Нет, а чувствуется именно вкус вишни. Это вкус настоящей вишни. Класс. Прелесть. А в сочетании с ванильным мороженым вообще замечательно. Вот смотрю, сидит воробушек напротив меня и хочет у меня что-то попросить. Когда я была на Балтийском море, там чайки. Чайки такие наглые, что они вот держите булочку в руках, они ее забирают. Даже не успеваешь отреагировать. Так, ну мы это сейчас быстренько все едим. О! Живая музыка. Вот это нам повезло. Слушайте, нам целый день фартит. Аккордеон. Обожаю. Сейчас придут с обслуживания, будут меня ругать за видео. Я направлю камеру в другую сторону, где не ходят люди, и под музыку будете смотреть архитектуру, которая больше 1000 лет. Красивая. А мне нужно так быстро все это съесть и убегать обратно в магазин. Но хочется же и вам что-то показать, правильно? Я выбирала самое укромное место, нужно было выбрать там. Я поняла, где он спрятался. Мы сейчас быстро допьем кофе, пойдем к нему. Посмотрим, на чем он играет, на баяне либо аккордеоне. Мне кажется, это аккордеон. Да это же свой человек, он даже по-русски говорит, он из Белоруссии. Он из Белоруссии. А сыграйте нам что-то на все? Ну я потом еще в следующий день. Не буду, я уже ухожу. Чила на миро, ловочку занесло. А горенька, а я малоренька. Вот так, в нашем городе бывает все. Иванка не пришел, я на его пойду. Варится с крыльцы, не варится с крыльцы, я его отнесу. Я люблю Марусю, Маруся тоже она. Вот так, у нас везде свои люди. Даже в Гослере у нас есть свои люди. Самые талантливые, самые классные, самые одаренные. Thank you.
Спасибо большое. Я убегаю, мне пора на работу. Увидимся. Вы поняли, какие у нас здесь таланты вообще ходят, а? Это ребята, которые приезжают постоянно из Белоруссии. Они играют практически на всех инструментах. И вот когда в 2019 году я открыла магазин в Гослере, до этого магазин мой был в другом магазине, в другом городе, господи. Пила же кофе, а несу такую чушь. Так вот, вы знаете, когда я открыла магазин, и я увидела, вот играет там Катюшу или кондуктор «Не спеши», я им всегда немножко что-то даю, чтобы они приходили и на нашей улице тоже праздник делали. Но у меня, правда, некоторые соседи, они этого не понимают, и они тогда говорят, что он тут сидит, он же всегда там и там сидит. Я говорю, мне нравится, вы разве музыку не любите? Они говорят так, говорят, признайся, что ты их сюда зовешь. Я говорю, конечно, я их сюда зову. А кто еще такое умеет? Найдите сегодня человека, который умеет играть на баяне, или ребенка, который этому учится. Да днем с огнем не сыщешь. Они очень красиво играют, и они вообще, это просто, это сказка. Вот долго их не было, потому что нельзя было въехать из-за короны сюда. А теперь вот они опять уже начали ездить. А мы сейчас проходим с вами, обходим вокруг эту церковь и идем в сторону магазина. Вы пока к нам в гости соберетесь посетить наш магазин в Германии, вы уже будете наизусть знать весь город. Посмотрите, какой отель. Видно, да? Это все это фахверковая структура. Вот сейчас это площадь. Постараюсь ходить только там, где есть освещение, потому что уже темно. Вот здесь везде были люди, когда я туда шла. Теперь иду обратно, ни души. Посмотрите, какая брусчатка. Я всегда носила такие шпильки высокие. Но с тех пор, как я начала работать в городе Гослар, я забыла про шпильки. Один раз я вышла и не смогла 100 метров пройти. При этом соседи наблюдали и смеялись. Говорили, в следующий раз возьмем попкорн и будем за тобой наблюдать. Так, ну это место вам, в принципе, уже знакомо. Это историческая аптека. Красивая. Слушайте, там дверь открыта, давайте зайдем. Нас из отеля не выгнали, так отсюда выгонят. Давайте просто посмотрим. Мне так интересно. Посмотрите. Я, конечно, 100% знаю, что нам сюда нельзя, потому что здесь живет этот аптекарь, который раньше эту аптеку держал. Теперь он вышел на пенсию, дети не хотят этим заниматься. Вот, видите? И поэтому из аптеки сделают, скорее всего, музей. Ну, пока нас отсюда действительно не выгнали, то лучше, наверное, выйдем. Смотрите, они врачи, вся семья. Видно, да? Я так понимаю, это их здесь вся династия, которая держали эту аптеку. Жалко, конечно, когда вот так вот это все видно, не видно. Прошу прощения, хотела вам побольше показать, но не видно. Ну все, выходим, пока нас метлой отсюда не нагнали, и идем дальше. Чай, ведьмы. Увидели ведьм? Ну и, в общем, вот теперь поворачиваем. Чус. Все, теперь поворачиваем, и мы уже пришли. Здесь у нас рядышком соседи, это пивнушечка. У них всегда весело, они очень добрые. Все, мы вернулись обратно. Теперь будем заниматься делом. Смотрите, ведьмочки наши ждут нас. Магазинчик нас ждет. Я вас всех целую, обнимаю. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с нами.